Друзья, краткий обзор мотоблока «Рысь». Вот так он выглядит. Очень красиво. Сейчас покажем, как он заводится. Полпичка. Классно. Сейчас покажем, как он здесь сюда. Проявил. Наш мотокультиватор «Рысь». Вот так он выглядит. Единственный недостаток пока — бензин течет из-под крышки бензобака. Причем в любом положение. Пол бака, полный бак, на дне всегда есть подтекание. Началась работа. Довольно-таки трудоемкий процесс. Передача работает четко. Вперед-назад. Назад-вперед. Вперед 500. Пошла рысь. Пошла рысь. Свое удовольствие. Назад 500, вперед 500. И все им пашем огород.